Сзади на столах. На столах сзади удостоверение сотрудников службы безопасности Украины. Это командир группы, это офицеры группы. Игорь, как всегда, захватил тех, кто на него охотится, и привел их сюда. И так будет со всеми. Квалификация низкая, мужество ноль. А приехали из Украины? Они сначала их на вертолете в Краматорск, оттуда на машине они в Горловку приехали. Численность группы должна была быть 7 человек. А где остальные? Мне надо старшего спрашивать. То есть летело вас семеро? Нет, мы приехали только сегодня с Сергеем. Группа раньше была такой, мы сегодня приехали. Мы даже в город не успели привязаться. Мы доехали в один взяли карточку. И буквально даже час у нас. Кто отдает приказы? Краматорск старший. Как старшего зовут? Не готов сказать, мы его представили. Мы представили, а то сказали, вот человек, вышел поставить бар. Я его впервые видел. А где вы с ним встречались? Ну, на аэродром его подвели, он в форме, все. Еще раз повторите, какую вам задачу поставили? Я же говорил, чем. Еще раз повторите. Посмотреть за Бехеров и возможности его вывести. А кто он такой? А? Кто он такой? Да только что говорил. Захватил УВД. Сколько еще таких групп находится в регионе? Я не знаю. Я с ними не контактировал. Их нет. Скорее всего, нет. Я тоже думаю, что больше нет. Потому что все там уже понимали, что это... Потому что люди, которые управляли, они уехали. Вы оказывали сопротивление произведения? Ну, мы как естественно, потому что не бьют. Я ж не убежал никуда. И я уже не применял, он лежал там. А потом сотрудники сейчас непонятно, кто на улице. Сейчас и бандитов, которые выходили. Поэтому потом послушайте. А вы понимали, что приехав сюда, вы пытаетесь увезти в Киев тоже людей, которые защищают свою землю и свои семьи? Вы же только что сказали, что вы приехали сюда, опасаясь за свою семью? Да, но я эту задачу не выполнял. А что с вашей семьей? Ничего, она просто там. Она там находится, все знают, где она находится. Но вы угрожали вашей семье, если вы не выполните задание? Прямых угроз не было. Были косвенные угрозы? Косвенные угрозы были в вашей семье? Ну как? Прямых их не было. Косвенные, возможно, и были. Как это возможно? То есть вы не знаете, были ли угрозы вашей семье или нет? Ну вы поймите, что механизм не запущен. Если я что-то не так сделал, он запущен. Вот механизм если... какой? Какой механизм? Это я знаю. Я думаю, хорошего семьи ничего не будет. Не в этой ситуации, не в той ситуации. Вы понимали, что задача нереальная. Просто находились, ребята подъехали, я поехал показать, насколько это все сложно. Собираюсь развернуть, я назад уехал. И все. Мы с этого если смотрели, мы оттуда почти не выходили. Выходили, сказать, что вас подставили просто? Не подставили, но поставили на заведомо нереальный задачу. А звание того, кто вам отдал приказ в Краматорске? Он был в зеленой форме, без которой лично. То есть вы сами не знаете, чьи приказы выполняете? Мы знаем, мы видим, что это люди наши. А кто это, я не знаю, не представляли. Вы являетесь кадровым офицером? Так точно. Сколько лет вы служите? 96-го года. На что вы отвечали в группе? Какие функции выполняли лично вы? Пока ничего не выполнял. 6 дней бездельничали. Мы сегодня только приехали буквально за час до того, как нас арестовали.